Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Правительство определило приоритеты для развития экономики. Это развитие экономического потенциала, улучшение условий ведения бизнеса, формирование эффективной системы управления. В зоне особого внимания развитие инвестиционных площадок, системы льгот и преференций для инвесторов, заявил губернатор Игорь Васильев на заседании Совета при полпреде президента. Оно прошло в Пензе, обсуждались меры по стимулированию роста экономики регионов. Перед ними поставлены задачи обеспечить реализацию своих планов финансового оздоровления, направленных на рост доходов, оптимизацию расходов и снижение уровня долговой нагрузки. В Кировской области разрабатывается новая редакция стратегии социально-экономического развития. Ее реализация будет направлена на создание экономически благополучного и социально комфортного пространства на территории области. Она будет подразумевать увеличение доли реального сектора экономики в структуре валовой добавленной стоимости и, как следствие, рост валового регионального продукта, отмечают в правительстве. Программа «Экономика». ГЖД увеличила отчисления в бюджет Кировской области на треть всего за 8 месяцев. Различные железнодорожные компании, относящиеся к РЖД, перечислили в региональные и местные бюджеты 10 миллиардов рублей. В Кировской области налоговые выплаты от железнодорожников составили 725 миллионов. «Экономика». Коллектор взыскал с кировчанки погашенный долг. Вернуть ей деньги удалось благодаря активистам УНФ. Долги возникли по кредиту, взятому 6 лет назад. Сумму постепенной зарплаты женщины удерживали судебные приставы. А позже деньги стали вычитать и коллекторы, которые выкупили долг у банка и выиграли у должницы заочный суд, включив в сумму еще и стоимость своих услуг и неустойку. Активисты УНФ помогли женщине доказать, что коллектор насчитал необоснованно большую сумму, не учтя, что на тот момент часть долга уже погашена. Переплата составила 30 тысяч рублей. Добиться от коллектора возврата денег кировчанке удалось лишь через суд. В завершение в валютах. Доллар сегодня 58 рублей 2 копейки. Курс евро 68,45. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.